Так, Лейла. Лейла. Мы с гостинцем. Бусинка. Мы хотим попробовать тебе кукурузу достать. Ой, достать. Доставить. Дать. Доставить. Лейла, может, Лейла. Сюда спустишься? Может, я и сюда засуну? Она к трубе спускается. К трубе. Пока. Ну, в трубу, может быть. Давай. Тогда уже. Давай, спускайся в трубу. Да. Давай, спускайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Она спускается. Она уже спускается сегодня. Давай. Да. Ты там, если что, протолкни, посмотри. Давай. Давай, давай, спускайся. Миша, Миша спит. Давай, спускайся. Не, она спускалась, он игрался кубиком, она спускалась, да. Лейла. Ну, еще чуть-чуть, надо времени, конечно. Давай, давай, спускайся. Давай, давай. Не так страшен медведь. Ты себя видела в зеркало? Все, спускается, вот. Умница. Давай, давай. Спит, давай. Поиграю я. Пойди кубик отожми. Пока не, ну спит. Это еще это. Это новый уровень. Это еще, да, еще как бы. Гудвин немножко храбрости отсыпал. Так, взяла наверх. Утром видела ваше видео, как он там купался. Да. Это вчера было. Где она? Она вот здесь где-то, Настя. Где-то здесь? Очень интересно. Очень интересно. Вот она здесь. Вот она здесь. Вот она. Где? Вот. Ты видишь? Вот. А! Не то что... Это ж как бы... Вот она. Очень интересно. Лейла, ты так легла. Ну, кукурузу надо раскрыть, там постараться. Лейла, ты издеваешься. Ничего не вижу. Где-то там? Где-то там, вот он. Ну, я только вот белый, да, белый воротник вижу. Бананы, что ли, что? Хомячи там. Там бананы, да. Чешется еще заодно. Об трубу чешется. Очень интересно. Очень интересно, что нам ничего не видно. Что ты там, кайфуешь? Банане вывозилась, что ли? Может быть. Сладенькая, да? Вот так. И лапка его там. Ой, осы только летают, конечно. Да, она тут... сладенькая. Ой, вот так слетела веточка. Медведям осы не страшны, а вот нам как-то не очень хочется попасть к ним. Получить дозу пчелиного яда осиного. Ну, а что делает Миша? Ой, ты, Миша в обнимку с кубиком. Птибозе. Миша устал. Да, Миша? Сейчас столько забот с этим кубиком. Гоняй его, толкай. Неугомонный кубик. Уморил медведя. Вот, все. Миша прям вырубился. Кубик уморил медведя. Так, это Лейла ему подкинула специально. Пошла Лейла, ух ты, смотри. Ух ты. На разведку. Смотрите. Вон она. Лейла. Прям она так это. Осторожничает. Осторожничает, немного. Но она туда так далеко зашла была. Ну вот, Лейла. Неделю дали, так и все-таки, Лейла, ты образумилась. Так, через неделю, чтобы вместе мячик гоняли, а мы вам привезем игрушки. У нас есть для вас подходящие. Ну, смотри, аккуратненько идет. Топ-топ, вот Миша там. Лейла, иди сюда, иди, девочка. Ну, осторожно, осторожно. Такая чап-чап. Ну, он там лежит второй. Тут малыши, да. Малыши. Привыкают. Карандаши. О, смотри, принюхивается к нему. Спит медведь. Спит. Рано ему еще. Подождите, не октябрь. Ну, так. Он устал. Же устал. Он играл, играл и устал.
Миша пошевелился, она такая топ-топ. А Миша просто голову повернул на другую сторону. Лейла. Ничего, ничего. Еще неделька, еще две. Ушла. Да, друзья, так что... Все не, наладится не у этих товарищей. Отсадите, привезите другого Мишку.